Иногда мы с папой готовим ужин для всей семьи. Папа, конечно, готовит как настоящий повар. Много блюд сразу, и все очень вкусно. Вот бабушка, например, любит гуляш. Дедушка всегда ждет макароны по-флотски. Мама просила пасту и чтобы сыра побольше. А мы с братом сегодня будем фрикадельки с пюре. И не знаю, как бы он все успел, если бы не я. Счастья и семейного творчества в новом году. Вкусно сытов. С любовью из Строильги.